Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня крупное новостное издание сообщило, что известный юморист и сатирик Евгений Петросян был госпитализирован в одну из московских больниц. Как сообщает источник, у Петросяна возникли серьезные проблемы с сердцем. Сейчас стоит вопрос об установке кардиостимулятора, так как сердце артиста изношено настолько, что не может работать без помощи. В близком окружении Петросяна связывают это с тем, что последнее время он сильно занялся своим здоровьем. Помимо здорового питания, Евгений Ваганович начал активно заниматься спортом. Вероятно, эти нагрузки и стали причиной проблем с сердцем. Актер на публике делал вид, что он счастлив, но в жизни он очень комплексовал по поводу разницы в возрасте со своей женой Татьяной Брехуновой. Он очень ревностно относился, когда рядом были ровесники его жены. Подсознательно он понимал, что она испытывает к ним интерес. Дочка Петросяна считает, что Брехунова специально заставила ее пожилого отца заниматься усиленно спортом. Таким образом, она хочет побыстрее избавиться от отца и завладеть наследством.